Да. Вот, папа. Нарезки можно. Безумно скучно. Я сплю... Ну и еще иногда в спортивных костюмах. Короче, на самом деле я сплю в чем придется. Как ты в домашней одежде, в чем я хожу по дому. Как-то мне норм. Ну, у меня типа есть пижама, там все это, но не знаю. Вы переодеваетесь, иногда нет. Вы же муж меня уже порядком подбешивает. Скучно, просто безумно. И я здесь почему-то... Не. Эти должности у нас предоставлены вот этому вот человеку. Вот этому. Владение, так сказать. Этот холод просто собачий, на самом деле. О, папа. На самом деле здесь холод, просто собака. Мне безумно холодно, и еще я в джинсах, в высоких кедах, но мне безумно холодно. Владелец команды мой папа. Опять-таки не буду. Перекур. Нет, я сейчас на ЦСКА торчу. Как-то меня представлять себя хоккейным владельцем как-то не очень нервирует меня это, так сказать. А, тебе первый период? Прикольно.
Привет. Что бы я хотела? Сейчас я бы хотела сейчас с одним человеком, который мне не отвечает. Собственно, тот парень. Утром он говорит, слушай, давай я сейчас в душ и перезвоню тебе или ну, напишу. Я ему пишу еще, когда шел этот матч. Я такая говорю, офигительно ты пишешь. И он такой, что он такой? Он вообще не отвечает. Где-то часов 17 было. Так жизнь молодая продвигается. Ну, вот как-то вот так. Дела у него. Хотя я знаю его, и то, что на него переживать, в принципе, не за что, потому что он не такой человек, который так вообще как бы спокойно. Ну просто как-то странно, на него не похоже. Хоккей, да. Я? Нет, совсем не люблю. Просто вот тот вот человек. Вот этот вот. Вот. Этот. Как бы мой папа. Как бы тренер этой команды и по совместительству тренер ЦСКА и владелец вот этой. Вот так. А вот там вот где-то катаются мои братья. Что, парень мой? Вот это? Нет, это мой папа. А вот здесь вот где-то катаются... Это... Два. Или не катаются, сейчас я не знаю. Наверное, не катаются, ничего не будет. Что, да, у меня уже голоса нет. Обожаю. Шайба вот в этой зоне, вот в этой, не бывает. Она вот там вот стоит.